русский север. Крайний север. Егор приезжал. Давно вы живете здесь? Да, приезжал. Наверное, с конца 80-х годов. С конца 80-х? Да. Пропил. Все. Но я уже сюда ходил не один год до этого. Ну, нормально все. Мне только здесь и хорошо. В городе мне тесно кругом. А новости вы читаете? Газеты какие-то? Ну, что привезут. Да. Что привезут. Немцы что рассказывают. В этот раз, я думаю, они долго что-то не были. Ни Паша, ни Рома. Егор приезжал. Да. И вот, а эти редко оттуда, с запада, приезжают. Ни Паша, ни Рома. Егор приезжал. Да. И вот, а здесь строители жили. Вот дома там в Москве построены. Последний. Ну, охотники тут жили. И рыбаки. Они просто рыбаки жили. В городе мне тесно кругом. Здесь продукты и рыба. Раньше конюшня была, лошади. Здесь ветер, санкция. Роботы. Бензиновый, да? Работает ли? Да. Бензиновый, да? Работает ли? Да. С конца 80-х годов. Камбалу, навагу ловите, а еще какая рыба попадается? Зимой? Ну, зимой, летом. А, ну летом больше. Летом сортов 13 даже. Ну, бычки. Бычки эти, блин. Шипанит. Все, зимой-то. А много гуся весной здесь? Вот, это так, такие камбалы. Это уже крупняк. Это в том месте уже не стоит это. Не идет на вагу. На ваге вон сколько, видишь? Всего. Вот нерпа! А? Видел? А, вон она лежит, я не вижу ничего себе. Я а нерпу что, мясо едите? А? Мясо едите или что? Чё-чё? Мясо нерпа. Я жир топлю. Ага. И нажиру. Там вот такой слой жиру. Ага, а на жару готовите? Да, на жиру жарю. Ну это из мялочина. Вот. Вот нерпа. А, не гоняет. Рыба-то хотела бы прямо пойти, но не здесь. А, не пойдет. Ни Паша, ни Рома. Егор приезжал. Да. И вот, а ловлю свет травы, оперенные солнцем слова. И стихи собираю. Возвращаюсь тропой отца. Как величие небес, как земную красу, я всем людям труда те стихи принесу.
погоди. Там колхоз расформировали, создали общины. 8 человек, 1 семеработница и 7 пастухов. Как? Вот она по сменам, 2 месяца в деревне живем, в Эльминасе. 2 месяца в тундре работаем. Утренний развод, загоняем быков, то за дровами. Сейчас весенний период-то у нас время тело. Надо корудить. Да. Зверей много. Песы, лисы, росоманы. У нас вообще 8 человек. 1 семеработница и 7 пастухов. У нас. И 7 пастухов. Детство у нас прошло в тундре, у всех кто работает здесь. И выпадок. 2 месяца в деревне живем. Конфетка не хватит. 2 месяца в тундре работаем. Да, да. О, что это такое надо? Валда. Ромая. Откуда она взялась? Это собрали, а? Нормально живем. Работаем. Утром встал, стадо проверил и за дровами поехал. Ага. По хозяйству очень много времени идет. Дрова, вода. А, ты пока заканчивай. Стадо проверил и за дровами поехал. Раньше мы гоняли в оленей город Нарьян-Мар, давали на мясокомбинат. Стада были большие, так делали перегоны. А сейчас вот забой не делаем, потому что стада маленькие. Пирожное или печенье. Краснодарский край, город Армавир. Да? Угу. Вот так вот. Так, сейчас кассу сделаем, давайте. Спасибо. Дали, дали.
парусом алым, вместе с тобой